Всем привет! Добро пожаловать за влог на пару. Я присоединяюсь. Да, мы тут вместе все. Где наши дети? Ну, уже просто такой осенний вид. Да, так классно. Все так золотится, переливается. Ой, просто необыкновенно. Какая-то зелень становится ярче. Но наши деревья уже все позолотились. Да, воздух вообще потрясающий. В общем, все классно, все замечательно. Сегодня будет 16. Ну, это на солнце он лежит. А, или он не на солнце? Нет, он не на солнце. 14 градусов. Я стою в кофточке. Не, ну люди, конечно, в куртках, понятное дело. Но мы ненадолго же вышли на балкон. Ой, Барсик переодетый. Частенько. Сегодня же воскресенье. Сегодня же воскресенье, да? Да, моя девочка. Да, моя девочка. Да. Да, мы же чистенькие. Да, да, да. Да, 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 да. Ой. Масенька уже поела. Поиграла. У нее свое расписание замечательное. А мы сейчас будем завтракать. Да. Маня в это время напоминает нам, что надо работать. Уже она с инструментами сидит. Манька, киси-киси-кисенька. Но она тоже уже нагулялась. У меня кашель от всех этих коробок. Просто жду не дождусь, когда мы от них избавимся. Да, Масенька? Мася? Мася, Мася. Красулька. Ты красулька? Ну, посмотри на нас, господи. Все выпендрежники. Ать, молодец, молодец. Наш завтрак пита с много чего. Тут авокадо, помидорка, яйцо, колбаска сверху, сыр моцарелла вот такой. Да не дам я тебе колбаску. Сколько можно колбаски-то жрать? Так, и руккола. Рукколу кладем сверху. Потом это сейчас все будем упаковывать в фольгу и на тостер. Вот. Вот мама так упаковывает фольгу. И, ну, мы хотели вообще там... Ну, получился такой пирожок. Мы вообще хотели на тостер положить, но вроде бы в тостер тоже помещается. Попробуем вот так вот в тостере сделать. Давайте посмотрим, вообще что-нибудь получилось. Я держала достаточно долго, но все-таки на тостере, а не в тостере. О, сыр расплавился. Нет, не до конца. Не до конца. Но все равно тепленько. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Мы так ждали этого. Это... Да сейчас покажем. Давайте покажем. Подождите, собаку надо... Я увидела сначала это в... По-моему... Это не то, что мы хотим, что ты видела. Ну, не совсем, да. Это я у корейской... Ну, не знаю... Блогер, ну, в общем, ютубера, да, у корейского ютубера девушки, она снимает, у нее 6 или 7 кошек, и она снимает с ними видео, это рыбки. Но у нее рыбки шевелятся, да? Да, у нее рыбки шевелятся, но это тоже рыбки с мятой. Давайте, это мы Аньке на новый... Фу, она Аньке, пахнет Аньке... мятой кошачьей. Ну, я, наверное, не чувствую. В общем, там внутри должна быть еще кошачья мята, и кошкам должно быть очень... Прикольно с ними играть, они такие мягонькие, на Новый год царапать купили. Их можно. Но одну мы сейчас дадим, какую дадим? Красную. Красную хочешь? Да. Ну давайте посмотрим сейчас, как она. Вообще, обычно сразу ей не очень нравится. Игрушки, да? Да, она потом начинает с ними играть. Киски. Ну, это тебе. Королевишна на троне. Клевая, да? Ух ты, классно играть, да? Обалдеть! Ух ты! Давай, играй с ней. Давай. Ох, ты какая рыба моей мечты. Слушай. О, какая рыба. Ой. Какая у нас рыба. Да, да. А я тут при чем? Рыба, рыба. Ничего себе, отдай рыбу. Меня не надо. Манька такой никогда не была. Да.
Да, облизывает, она ее облизывает. Да. Классная рыба, да? Какая рыба! Ты моя 14-летняя подросток. Это первая игрушка, с которой она так играет. Но мы ей еще одну заказали, должны привезти. Классная игрушка. Которую она точно любит. Классная игрушка. Андрюша всегда с ней играл. Давай играть. Давай играть с ней. Классная игрушка. Ну давай. Мы приступаем опять к сборке. Там главный сборщик взрезает пакеты с мебелью. В принципе, я думаю, что мы сейчас посоветовались и решили. Я решила, что дня на три, наверное, у нас сборки осталось. Но это не значит, что подряд 3 дня мы будем этим заниматься. Ну, в принципе, это что касается мебели. Но еще всякие украшательства. Вешать на стены. Да. Так что, хотя бы мебель. Может быть, даже за 2 соберем. Посмотрим. Если вот сейчас очередные шкафы начинаем собирать. Да, это новая моделька. Мы собирали. Как она? Плаца? Плаца, ПАКС. Но ПАКС мы и в Москве собирали. Да. И если вот эта Беста тоже собирается как плаца просто, тогда это быстро все получится. Так что приступаем. Это самый главный у нас мастер. Слушайте, как только распаковываем коробку, все, она уже здесь. Да еще и солнышко светит. Вот сейчас... Пока солнышко, опять жарко, как вчера. Да, Манька. А это бегает внизу. Внизу. Я говорю, рожденный ползать, летать не может. Аня меня ругает, что я так Басе говорю. Конечно. Какую-то картонку она опять сперла. И сгрызла. Действительно, в нашем доме-то где она? Да я только что здесь пропылесосила. Вот я тебе говорю, она где-то нашла. Мы распаковали все 6 шкафов. Вот они. Это от них картоночки. И я сейчас вкручиваю вот эти болтики. Вот сюда уже вкрутила. Поставила вот эти штучки доминошкой. И надеюсь, что они у меня доминошкой не упадут. Но они хорошо стоят. Эти тоже стоят, ни к чему не прислоненные, на самом деле. Мама героически освобождает там место в средней комнате. Потому что первая вот эта конфигурация, 1, 2, 3 шкафа, а эта конфигурация пойдет именно в среднюю комнату. Ну а вторая уже будет стоять вот здесь. Нам потом надо будет вот здесь тоже освободить. Или сначала собрать, потом передвинуть. Посмотрим. Потому что здесь еще стол стоит. И самое главное, это то, что будет внутри вот этих шкафов, тоже здесь лежит. Первую конфигурейшн мы сделали. Это в среднюю комнату, в студию. Конечно, вообще это было непросто. Да, вдвоем это было непросто. Потому что все эти шкафы были порознь собраны, да. Потом их нужно было соединить, ножками, ножки прикрутить. И соединить. В общем, все это сложно. И привезти сюда. Да. Здесь. У нас здесь еще куча свободного места. Здесь замечательно просто открывается вот так шкаф, еще остается место. В общем, все белое. И, конечно же, здесь еще будут полки. Ящики, дверцы, да, но я не думаю, что мы сегодня этим будем заниматься. Нам еще нужно второй такой же в салон собрать. Сиротка, а когда мы все соберем, ты как жить будешь? А, малышка? Она осталась. Ой, сиротинушка. Без столика, на котором сидела, на жердочке.
Манечка, Кисюня. Кисюня, милая моя. Как Кисюня красивая. А? Я тебе говорю, она будет на шкафы прыгать. Не будет она прыгать с кресла. Мама, ну она не идиотка, она упадет так. Она не идиотка, она предприимчивая. Манюнь, я верю в тебя. Угу. Анька, я нет. На генеральную Нитру тоже не верила, что она на подоконник прыгнет. Но она же прыгнула один раз. Она упала. Ну видишь, один раз же прыгнула. Причем так интересно, почему-то на подоконник она упала, а когда она прыгает на кухонную, ну, столешницу на кухонную, она нормально допрыгивает с пола. Я ее там ни разу не видела. Ага. А на подоконник она пыталась со Манечка, стола. Про кого мы разговариваем разговоры? Ты маленький. Нас очень заинтересовала рыбка. Да? Только включила, она перестала с ней играть. Да, она всегда, она знает, когда включает камеру. Да. Дохлая рыба, да? Дохлая. Как это она не двигается? Думаете, дохлая? Вот надо было туз с заводным механизмом. Я не нашла. Ищите лучше. Ага. Мань, ну как там с рыбкой дела-то? Простите. Продолжайте, я не хотела ранить. Мань, сегодня, смотри, видео тебе все посвящено. Кись-кись-кись. Красулька. Ты красулька. Ну как ты с рыбкой играла? Покажи нам. Смотри, кончик хвоста. Дрын-дрын-дрын. Сейчас она упадет у нее. Дохлая рыба. Не, нормальная рыба. Играй с ней, играй. Слушай, какая резвая. Вообще, это она у Андрюшки только такая резвая была. Ау! Ногтями в стену влезла. Кошка в недоумении. Концерт окончен. Давай, убей рыбку. Правильно, вот так и надо в нее играть. Молодец. Молодец, котенок, молодец. Умница моя, молодец. Ой. Молодец. Так и надо с ней играть. Молодец. Да выключайте уже камеру, мы сами. Да ладно, хорошо так. Я сейчас чихать буду. Ой, меня все время чихать не сплошно. Ух, кусает ее, смотри-ка. Распробовала. Понравилась мне игрушка. Ей так редко игрушки нравятся. Да у нас вообще какие-то ненормальные животные. Так. Все? Как же так? Это ты уже убивала рыбку? У нас брутарейка заканчивается. У нас открылось второе дыхание, а мы собрали еще один шкафчик. Мы, правда, не решили, будет он к стене или немножко от стены стоять, но, по-моему, к стене очень органично. И у него будут прозрачные и глянцевые белые двери. Да, так что он будет еще отражать все очень красиво. Ну и вот остается
собственно, все в него собрать. И еще пара мелких вещей. И можно будет делать перестановку. Мы, конечно, сегодня умотались. Я поела и заснула на диване. Ну, мама вообще сегодня, она в 9 утра проснулась зачем-то, непонятно. Никто не знает зачем. Я хочу вам сказать, что мой ребенок все сделал за меня. Белье развесила, посудомоечную машину поставила. Мама, спи, отдыхай. Вот, ну, говорит, только концовку тебе снять, будешь ничего. Ничего, еще и воду... Я за это очень благодарна. Вот видите, как хорошо. Не за тебя, но я наливаю теперь воду в эти увлажнители. Да. И в увлажнители воду налила. И все готово, молодец, спи дальше. Да, мы спасибо сегодня... тебе большое. А на здоровье. А на здоровье. А мы сегодня сходили по воду. Хорошо. Да. Я сделала... Возьми камеру, я покажу, как я сделала. Я сделала вот так. Нет, чуть-чуть пошире. Ну что-то и вроде, говорит, да. Видишь, я как не говорю, видишь, как я делаю? Коромысли, что ли, там немножко по-другому. Она говорит, так у меня руки не разводятся. Ой, я сегодня очень благодарна, что мы собрали все 6 шкафов. Что так моталось вообще? 6 шкафов собрали. Да. Это подвиг, это на самом деле подвиг. Да. Вот. И осталось... Теперь уже осталось совсем чуть-чуть. Мы все вот базы, или как они называются? Один только осталось шкаф, ну, корпус одного шкафа снять, который еще в гараж надо отнести. Да, ой, там вообще, там он 2 секунды собирается, и вообще он, ну, такой, ты можешь еще подержать? Могу, чуть, выспалась, могу. В общем... Не так жарко, у нас еще почему-то... Так протопилось. Хорошо протопилось очень. Вот, и ну, я все время забываю, правда, что у нас еще остается то, что не из Икеи. Вот в эту сторону немножко. А что? То, что не из Икеи, у нас с Алиэкспресса мы заказали вот под мамину раковину, потом в прихожую, еще 2 стула в студию. Это то, что с Амазона. Но это уже потом. Нам, мы вот спешим, нам самое главное собрать все в этой комнате, да чтобы... Мне уже просто надоело все это давлеть, и в принципе, здесь вообще дурдом полнейший. Ну и ко всему прочему, все-таки к Новому году хочется и елку поставить пораньше, и все украсить, а в таком дурдоме, ну, вообще не украшательное абсолютно состояние. Вот. У нас счастливая сегодня кошка, вы видели. Она вообще. Игрушка. Да, сейчас в обнимку лежит, спит с этой рыбой моей мечты. С золотой рыбкой. Да. Вот. Ну, правда, редко это бывает. Бася пыталась... Бася всегда у нее отбирает игрушки. Потому что... А кошка в нее, господи. Ну, Маня редко у нее игрушки забирает. Да прямо редко. Забирает. Ну, какие мячик игрушки? У собаки был, она его отобрала. Да что такое отобрала? Просто у Мани всегда все падает на пол, а все, что падает на пол, оно принадлежит Басе. Вот, и так как рыба была на полу, Бася ныла, я хочу к этой фигне. Я говорю, возьми белку и давай, играйся. Нет, она бы могла играть, но ты почему-то боишься, что боишься, что она раздерет ее? Если Бася начнет с ней... А ты специально мне дала, чтобы я умирала? Ты сказал, что выспалась. С этой камерой. Как только Бася берет ее игрушки, Маня перестает в них играть, потому что они пахнут Басей. А, вот так, да. Да. Вот, все, ребята, завтра понедельник. Надеюсь, мы любим же понедельники. Надеюсь, что мы завтра отдохнем хоть чаще. Нет, у нас снова куча планов по собирательству. Такие тяжеленные вещи мы уже не будем, будем еще дверцы, да? Да, двоим. Но они будут не завтра, не волнуйся. Слава Богу. Так что отдохнем в понедельник. Да, давайте пойдем спать, простите. Доредактируем влог и будем спать. Все. И мы завтра обязательно увидимся с вами. Желаем вам доброго утра, счастливого дня и спокойной ночи. Обнимаем вас крепко. Желаем вам всем доброго утра, счастливого дня, спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.